Здравствуйте, меня зовут Константин. Прогноз погоды на 10 мая вы узнаете от меня. В Барнауле ночью плюс 10, днем плюс 18. В Белокурихе ночью плюс 12, в Горно-Алтайске плюс 11. Днем в обоих городах 21 градус тепла. Теперь перейдем к прогнозу погоды в Бийске. У нас переменная облачность, возможен дождь. Ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 18, плюс 20. Сегодня, дорогие друзья, очень знаменательная дата. И вот уже 70 лет мы живем без войны. Я хочу сказать большое спасибо нашим ветеранам за нашу спокойную жизнь. Ей мы обязаны именно вам. Спасибо за все.